Всем привет! Сегодня у меня на обзоре новая акция, очень крутая, от чипсов Lay's и напитка Pepsi. К сожалению, акционный чипс Lay's я нигде достать не смог, но акционный напиток Pepsi, как вы видите, я купил в достаточно большом количестве. И давайте разбираться, что же это за акция, как в ней участвовать и что можно в ней выиграть. Об этой акции первым мне сообщил вот этот человек в комментариях, за что большое ему спасибо. Акция действует с 1 января по 31 марта 2022 года. И для участия в этой акции, как я уже сказал, нужно купить либо акционный напиток Pepsi, либо же акционные чипсы Lay's. Под крышечкой акционного напитка Pepsi находится код, который необходимо будет зарегистрировать в акции. Если вы купили акционные чипсы Lay's, то код находится внутри пачки. Этот код необходимо зарегистрировать на сайте акции lays.ua, ну либо pepsi.ua, но все равно произойдет переадресация на lays.ua. И там вы регистрируете ваш код, и после чего вы сможете получить либо гарантированные подарки, либо даже поучаствовать в розыгрыше призов. Ну а давайте обо всем поподробнее. Итак, на столе у меня сейчас находится целых 46 бутылок акционной Pepsi. Сейчас расскажу, как мы ее покупали. То есть сначала в магазине я увидел лишь одну акционную Pepsi. Это Pepsi без сахара. И стоила она всего 9,90. То есть здесь объем у меня получается 0,85 литра. И акционная цена этого магазина АТБ стоила 9,90. По условиям акции, если я все правильно понял, за каждый зарегистрированный код вы получаете сертификат Foxtrot на 100 гривен. Кроме того, накапливая баллы, вы можете обменивать их на более крутые подарки. Например, за 5 кодов вы можете получить гарантированно 2 билета в кинотеатр Multiplex. Если вы накопите 10 кодов, то вы можете обменять на комплект брендированной посуды. Там выдается такая желтенькая тарелочка, а также стакан с логотипами Pepsi и Lay's. Если же вы накопите 15 кодов, то вы можете обменять их на брендированный плед. Но самый крутой приз, как я считаю, за 20 кодов вы можете получить сертификат Foxtrot на 1000 гривен. То есть получается очень выгодно. И сейчас я расскажу почему. То есть у меня на столе сейчас находится 46 бутылочек Pepsi акционных. Это Pepsi без сахара. Я их покупал в АТБ по акционной цене за 9,90. Если я регистрирую 20 кодов, это, грубо говоря, 200 гривен я потратил на Pepsi, я получаю сертификат Foxtrot на 1000 гривен. То есть я считаю, что это очень выгодно. Поэтому я взял 46, ну 46 так получилось, потому что вначале я заметил всего лишь одну бутылочку Pepsi в магазине АТБ, акционную я ее забрал. Потом на следующий день я пришел, еще 9 увидел. А затем я уже пришел, увидел еще 2 пака. И поэтому 2 пака я купил. В итоге получилось 46 у меня бутылочек акционных Pepsi. Поэтому я планирую их обменять на 2 сертификата Foxtrot. Но, скорее всего, на одном аккаунте это нельзя будет сделать. Поэтому обменяю один сертификат на меня, а один сертификат на кого-то еще. Ну, а затем уже, скорее всего, буду обменивать баллы на билеты в кинотеатр Multiplex. Но это не точно. Итак, я рассказал о гарантированных подарках, но здесь также есть еще призы, за которые необходимо будет побороться, то есть участвовать в розыгрыше. И сейчас мы рассмотрим, что же это за призы. Если вы регистрируете в течение суток 2 кода, то вы сможете поучаствовать в розыгрыше саундбара. Далее, если вы регистрируете в течение недели 3 кода, то вы сможете поучаствовать в еженедельном розыгрыше так называемого золотого билета в мультиплекс. То есть это годовой абонемент на 24 билета. Если же вы регистрируете 4 кода, то вы сможете поучаствовать в ежемесячном розыгрыше 70-дюймового телевизора. Ну а за 5 кодов вы сможете принять участие в розыгрыше главного приза 100 000 гривен.
В принципе, наверное, все рассказал. То есть я уже сказал, что наиболее выгодная покупка это за 9.90, которую я совершил. Возможно, я даже еще скуплюсь, но я не уверен, что эта акция ВТБ продлится. Потому что сегодня я уже заходил в ВТБ и акционных Pepsi 0.85 литра я не заметил. Лейс акционных до сих пор в продаже еще я тоже не нашел, но это будет уже не настолько выгодно, как если купить бутылочку Pepsi. Ну, по крайней мере, если вы покупаете ради того, чтобы зарегистрировать код. Если же вы захотите обменять коды на билеты Multiplex, то это тоже супер выгодно, потому что 5 кодов это 50 гривен, и за 50 гривен вы получаете 2 билета в Multiplex. Конечно же, после того, как акционная вот эта цена в 9.90 закончится, можно еще покупать пол-литровые бутылочки Pepsi. Они в магазине АТБ стоят по 10 гривен там с копейками. Если вдруг вы успеете, то обязательно покупайте по 9.90, потому что это просто шар. Но единственный минус, что необходимо будет их все открыть, чтобы зарегистрировать эти коды, и они будут стоять, по сути, уже с открытыми крышками. Но я думаю, что сертификат Foxtrot на 1000 гривен это все окупает. А, кстати, этих сертификатов всего дается 600 штук, поэтому, как мне кажется, что они будут расхватываться в первую очередь. Поэтому я и хочу получить в первую очередь 2 сертификата Foxtrot, а дальше уже буду обменивать на билеты в Multiplex. Давайте сейчас посмотрим, как же выглядит этот код под крышечкой. Давайте посмотрим на акционную бутылочку Pepsi, которую я купил. И так как я сказал, она 0,85 литра, не литр. И видите, здесь написано акция, максимум смаку, 0 цукру. То есть это Pepsi без сахара, но точно такие же есть синенькие. И там есть 0,5 литра, наверное, тоже 0,85. И если не ошибаюсь, есть 2-литровые. Регистрируй коды на pepsi.ua и выигрывай призы. Соответственно, на чипсах Lay's будет написано «Регистрируй коды на сайте Lay's.ua». Здесь обязательно, когда будете покупать, смотрите обязательно на даты. Здесь должны стоять даты с 1 января по 31 мая 2022 года. Также есть QR-код, который ведет на сайт акции. Ну и в принципе здесь больше ничего такого интересного нет. Кстати, дата производства, видите, этой Pepsi 23 декабря 2021 года. Не знаю, видно или нет на камеру. И давайте откроем сейчас, посмотрим, как же выглядит этот код. Вот как выглядит этот код. Он у меня состоит из одних букв. И здесь, если не ошибаюсь, 12 букв. Давайте сейчас попробуем на вкус эту Pepsi без сахара. Ну, кстати, несмотря на то, что она без сахара, но на вкус такая же, как с сахаром. Поэтому вкусненько, но 46 бутылок по 0,85 литра будет, конечно, тяжеловато выпить, но мы постараемся. Итак, давайте сейчас перейдем на сайт акции lays.ua. Посмотрим, что там есть интересного, зарегистрирую коды и затем обменяю их на подарок, в частности, скорее всего, на сертификат Foxtrot на 1000 гривен, если, конечно, это получится. Я зашел на сайт акции по адресу lays.ua и давайте почитаем, посмотрим, какая же здесь информация. Встречай самую киношную акцию Pepsi Lays. Чтобы зарегистрировать код, выбери один из вариантов ниже. То есть, кстати, здесь код можно регистрировать не только на сайте lays.ua, но можно в одном из мессенджеров, то есть Viber либо Telegram. Здесь схема участия в акции, покупайте акционную продукцию, регистрируйте коды, выигрывайте призы и или обменивайте на подарки. И вот здесь изображены эти подарки. Итак, видите, здесь есть сертификат Foxtrot на 1000 гривен, билеты в Multiplex, также есть тарелочка и стакан Pepsi. Ну и все. А также есть разыгрываемые призы. То есть ежедневный приз это саундбар, почему-то он здесь посередине. Далее ниже находится еженедельный приз это золотой билет в кино на целый год. Каждый месяц разыгрывается телевизор 70-дюймовый и главный приз 100 тысяч гривен на киномечту. Ниже страничка это не листается, но здесь есть менюшка и мы можем что здесь посмотреть. Итак, можно посмотреть... Ага, смотрите, здесь еще будет магазин киноподарков.
То есть он будет доступен с 6 января 2022 года. А на момент съемки этого видео только 3 января. Поэтому, скорее всего, наверное, сегодня я не смогу обменять на вот этот вот сертификат. Видите, даже здесь есть кнопочка, но я кликаю и ничего не происходит. Но, тем не менее, мы сможем здесь посмотреть на подарки. То есть за 5 кодов это поход в кино, 10 кодов посуда для кино, 15 кодов плед и за 20 кодов фокстрот на 1000 гривен. Далее, давайте посмотрим, что еще здесь есть. Это у нас были киноподарки, но также есть кинопризы. За 2 кода вы участвуете в розыгрыше саундбара, за 3 кода в розыгрыше вот этого золотого билета, за 4 кода каждый месяц разыгрывается 70 дюймов телевизор и за 5 кодов главный приз на 100 тысяч гривен. Гарантированно вы также получаете вот такой вот сертификат, то есть скидка на 100 гривен Foxtrot. Кстати, почему-то непонятно, на сайте написано, что акция действует с 1 января по 31 марта, а на бутылочках Pepsi написано, что с 1 января по 31 мая 2022 года. То есть, чему верить непонятно, но мы еще почитаем сейчас в официальных правилах. Итак, смотрите, здесь есть еще пункт, это вопросы и ответы. Когда заходим сюда, почему-то у нас выскакивает вот эта вот страничка. И здесь есть уже вопросы и ответы, официальные правила. Итак, вопросы и ответы – это наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них. Но, правда, их здесь очень мало, и я не нашел ответы на мои вопросы. Если же вы тоже не нашли ответ на ваш вопрос, то вы можете кликнуть на обратную связь и написать вот сюда вот на email. Либо же можете попросту зайти в официальные правила акции, и это максимально подробная информация об этой акции. Розыгрыш, кстати, главного приза состоится 7 апреля 2022 года. То есть, с учетом того, что здесь написано до 7 апреля 2022 года, значит, все-таки акция действует до 31 марта 2022 года, а не до 31 мая. И здесь сроки тоже указаны с 1 января по 31 марта 2022 года. Вроде бы мы все посмотрели, давайте перейдем к регистрации кодов. А зарегистрировать коды по ходу мы не можем? Ага, смотрите, то есть для того, чтобы зарегистрировать код, вы выбираете либо один из мессенджеров, либо нажимаете на кнопку на сайте. Далее у вас, если вы нажали на кнопку на сайте, появляется вот такая вот анкетка, и здесь необходимо ее заполнить и нажать «Зарегистрироваться». Таким образом, вы зарегистрируете ваш личный кабинет. Давайте сейчас прямо это и сделаем. Похоже, что зарегистрироваться я пока не могу, так как при нажатии на кнопку ничего не происходит. Попробуем сейчас через один из мессенджеров, в данном случае попробую Telegram. Кликаю сюда на иконочку, нажимаем на кнопочку «Запустить», указываем свой номер телефона или нажимаем на кнопку «На дату и номер телефона». Дальше нужно ввести свой город. И дальше здесь даже можно выбрать одного из героев. Выбираем викинга, например. Далее здесь появляются кнопки. Итак, «Играй в кино», «Зарегистрировать код», «Официальные правила» и «Главное меню». Давайте посмотрим, что в главном меню. Так, ну в главном меню здесь, в принципе, все то же самое почти. Добавились кинопризы и помощь. Давайте нажмем на «Играй в кино», посмотрим, что же это такое. Итак, здесь можно поиграть. Нажимаем «Играть». Хоп. 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 Обалденная игра. Ага, смотрите, видите, за то, что я сыграл, я получил трофей «Глаз огненного дракона». И этот трофей можно обменять на дополнительный код и получить крутые киноподарки. И нужно успеть обменять до 06.01.2022 года. Поэтому сейчас нажимаем на кнопочку «Обменять трофей». Твой трофей «Глаз огненного дракона». Зарегистрируй код до 06 и твой трофей удвоит его. Круто! Значит, я сейчас зарегистрирую свой код, и тогда у меня будет не один код, а целых 2 сразу кода. Давайте тогда сейчас мы и зарегистрируем первый код и посмотрим, где он вообще у меня будет отображаться. Зарегистрировать код. Видите, здесь даже показывается, где этот код. Чтобы ввести код, воспользуйся клавиатурой. Поздравляем, твой код принят. Нажимай Foxtrot 100 и забирай гарантированный подарок. Твой трофей «Глаз огненного дракона» преобразовался на дополнительный код. И у тебя есть 2 акционных кода.
То есть, видите, у меня здесь показывается, что у меня есть сейчас два акционных кода. Ты в списке розыгрыша, ага, видите, то есть я автоматически участвую в розыгрыше саундбара один раз, который состоится, о, круто, что здесь сделали, состоится он 4 января 2022 года. То есть здесь сразу показывается, в каких ты розыгрышах участвуешь. Больше кодов ближе к победе. Еще один код, и ты в списке розыгрыша золотого билета в кино на этот год, который состоится 11 января. Дальше еще два кода, и ты в списке розыгрыша телевизора 70 дюймов, который состоится 1 февраля. И еще три кода, и ты примешь участие в розыгрыше 100 тысяч гривен на киномечту. Регистрируй коды и забирай киноподарки. Видите, еще три кода, и я смогу получить билеты в кино. Еще 8 кодов, и я смогу получить посуду для кино. За 13 кодов плед и за 18 кодов Foxtrot на 1000 гривен сертификат. Итак, давайте заберем Foxtrot на 100 гривен. Хоп. Гарантированно 100 гривен я получил, и его можно использовать до 30.06. Интересно, если я получу еще 100 гривен от Foxtrot, то смогу ли я их использовать вместе в одной покупке? Итак, давайте переходим в главное меню и будем дальше регистрировать коды. Нажимаем «Зарегистрировать код». А, кстати, видите, здесь есть кнопочка «Зарегистрированные коды». Если мы на нее кликнем, то мы увидим, что у меня уже 2 зарегистрированных кода. Круто! И теперь регистрируем следующие коды. Итак, смотрите, я зарегистрировал 4 кода и плюс один мой, который мне подарили. То есть у меня зарегистрированы уже 5 акционных кодов. И здесь уже стоят галочки, то есть в каких розыгрышах я участвую, то есть во всех. А также я уже могу получить билеты в кинотеатр. Давайте попробуем еще поиграть в кино. Ты прошел все киноистории, следующее приключение будет доступно 7 числа. То есть через несколько дней я снова смогу поиграть и получить дополнительно, я так понимаю, еще один код. Круто, круто. Итак, возвращаюсь в главное меню и продолжаю регистрировать коды. Пока что у меня уже 5 есть зарегистрированных. Итак, я наконец-то зарегистрировал 20 кодов, а точнее 19 кодов плюс один подарочный. И теперь я могу заказать любой из подарков, а также участвую в розыгрыше всех призов. Давайте посмотрим на магазин подарков. Сейчас кликаем на кнопочку «Магазин подарков». И смотрите, дружище, ты имеешь 20 неиспользованных кодов. Выбирай подарки на свой вкус. Обменивай коды на киноподарки. Почему-то у меня, ага, видите, Foxtrot 1000 вид сутни почему-то. Якщо подарунки разобрали, не суму, я не пойму. Foxtrot 1000 уже разобрали, либо их просто еще не пополнили. Подарки добавляются в магазины каждую неделю. Ближайшая дата пополнения это 10 января 2022 года. Ну, я, конечно же, буду ждать Foxtrot на 1000. Там вроде бы на сайте еще писала почему-то про 6 января. Почему-то здесь разные даты. На сайте, смотрите, заходим в киноподарки, и здесь написано, что магазин подарков будет доступен 6 января 2022 года. То есть на сайте почему-то он доступен будет 6 января, а в Telegram-боте он доступен уже. Но Foxtrot на 1000 почему-то отсутствует. Очень жаль, либо они попросту еще не добавлены, либо их просто разобрали. Ну, в общем, буду ждать тогда вот эти вот Foxtrot'ы на 1000 гривен, буду периодически проверять. По крайней мере, 10 января, видите, должны добавиться. Поэтому, видите, это, скорее всего, будет как с предыдущей акцией, подарки будут добавляться периодами. Вот такая акция действует от Pepsi и Lay's до конца марта 2022 года. Поэтому, если вы будете покупать чипсы Lay's или напиток Pepsi, то обязательно покупайте акционы, находите код внутри пачки либо под крышечкой, регистрируйте коды удобным вам способом и обменивайте на гарантированные подарки, а также участвуйте в розыгрыше призов. К сожалению, у меня сегодня не удалось обменять на сертификат Foxtrot на 1000 гривен, потому что либо они закончились, либо попросту еще не появились. Поэтому жду 10 января, пока они появятся, и обязательно буду пытаться получить этот сертификат Foxtrot. Ну а затем буду уже обменивать на билеты в кино Мультиплекс, возможно, на какие-то другие подарки. Ну а у меня на сегодня все. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы этого не сделали ранее.
Ставьте лайки. Всем удачи и пока-пока.